Итак, всем привет, дорогие друзья. Как вы поняли, я вот наладил съемку. Теперь мы видим время, сколько нам осталось до ночи. Еще у нас есть. Теперь я вижу жизни. А еще я разобрался, как залезть к нам в инвентарь. Прикол в том, что походу у меня аптечки ни хрена тут нет. Стопы. Чего не поворачиваешься, мужик? Вон там у нас кабан прошел, а ты вот что за хрень? Что за хрень? Ну-ка еще раз. Чё за хрень-то произошла? Чё он двигаться-то не можешь? Можешь, вон двигается, все дела. Пусть грузит опять. Пипец, да? Вот, видимо, он уже загрузил карту, раз уж музыка-то прекратилась. Мужик, пожалуйста. О, спасибо. О, все, вот теперь вот мы... Ходить умеем, отлично, патроны тут. Ага. А, вот и аптечка-то. Давай, две аптечки, да? Еще у нас в инвентаре. О, как красиво у вас в инвентаре-то. Так, подкормка, да? Это у нас подкормка. Ну, для чего это подковр? Не понял. Охренеть. Это получается? Он убил моего кабана, который недавно тут ходил. Стопы, Рейк тут, что ли? Среди белого дня? Он же недавно живой-то, этот кабан-то был. От кого вы там бежите-то все? Блин, не нравится мне это. Идем-ка в трейлер. Что у нас трейлер покажет? Новую игру я не начинал. Вот все мои камеры тут. Ух. Васяра. Так, нам вот сюда, да. Нам надо сейчас, короче, идти туда. К нему в убежище и посмотреть, как у него там дела. У него там в той стороне есть винтовка, еще всякие полезные штуки. Блин, и тут был бедный кабанёнок. Одна кровина, а? Побежали, лосяра. Чё у нас там с картой? Мне нравится то, что тут у мужика цитамина не тратится. Твою
А ведь в прошлый раз я тут сидел. Вот он сволочь-то, конечно. Патронов не оставил. Ладно, нам надо к нему в то ущелье, чтоб я там достал у него эту снайперскую винтовку и отстрелил ему зад. Тут поговаривают, где-то еще трупак человека есть. Тоже охотника, которого я не видел. А может, не успел увидеть. Потому что он умер. Так, ну что говорил, моя камера не врет. Да посрать на звуки, пойдем. Сейчас будут неприятные такие звуки. Ну нафиг, лучше ружье достану. Жить-то. Ладно, драпуй, чувак. Зашибись, мы сюда пришли. Так, ну что, идем к нему в логово. В домик в деревне. Может, у нее не тот домик в деревне-то. Я помню, что где-то в этой части у него есть дом, в котором он живет. Блин, это по-любому где-то тут, ну, кустов больно много. Ладно, еще поищем. Я помню, что тут у него есть дом. Все дела. Был же дом. По карте этот дом обозначен. Странно. Так. О, господи. Бедный мужик. А вот винтарь. Отлично, у нас теперь винтарь есть. Ну-ка. О,
Как круто, мы теперь ему будем всю жопу отстрелим ему с этого винтаря. А патрон к винтарю есть? Где-то патрон-то лежали. Или он тут нахрен патроны потерял? Рейк этот. А, вот. Отлично. 8 патрон у винтаря. Ну давай к нему в дом пойдем. Я не верю, то, что тут дома нет. Я не просто так пришел. Тут был у него дом, я это помню. Именно вот в этой стороне. Сказал, что ли? Да где-то тут у него дом есть, точно, я это помню. Все кустами, не кустами. Может, у него тут дом? Кто так дома ныкает, Рейк? Давай сверимся с картой. Угу. Слишком много кустов, они меня бесят. Конечно, правильно он сделал то, что логово надо делать так, чтобы его хрен найдешь, но... Блин, может быть, вот в этих кустах. Да уж. Чё, нет дома, что ли? Дом, что ли, потерялся? 18 минут у нас осталось. Ну давай. Если у нас осталось 18 минут... Я, может, вернусь потом в это место, но как так-то, что дома-то нет? Да уж, нету. Или есть? Блин. Походу нету у него тут больше дома, может быть, игру обновляли. Ладно, побежали назад с ружьем. Я знаю то, что в этом ущелье нас никто не прибьет. Так. Значит, бежим к водопаду. У водопада там... Да уж, бедный кабан. Так, водопад, водопад.
Кстати, заметь, сегодня у меня игра не так лагает, как тогда-то. Как вчера. Да, обширная карта, обширная. Водопад, вот он, водопад. Вот с водопадом я не ошибся. Сейчас будет там скример, я это знаю. Эх, ну чё, заходим? Ладно, я тупо снимаю наушники. Или это не в этом водопаде? Ладно, давайте я снимаю наушники, и мы идем. Все, идем дальше. Бля. Что же за звуки-то такие противные? Он ранил, ранил меня. Сама не хочу. Нифига, подарок, а еще есть. И что ты тут интересно делал? Извращенная личность. Пещерная извращенная личность. Вот теперь он убежал, наверное, да? Раз уж ты убежал, ну пошли в еще один фонтан. Еще одному фонтану сходим. Н-н-н-н-н-н. 13 минут у нас осталось. До ночи. До этой страшной ночи. Охренеть. Арис капут. Так, отлично. Смотрите, какая у нас тут вода вообще, да? Замораживает. Блин, я прекрасно знаю, что за этим фонтаном еще одного его логова. Ну, что и требовалось доказать. Как. Это у нас на кого? На инвентарь? Не, не на инвентарь. На инвентаре у нас 8 патрон. Желательно их не просрать. Побежали к трейлеру. О, далеко нам бежать. Лес тут большой, обширный, жопу устроить может.
Здесь не каждый уголок, я знаю. Так. Так. Уже почти дошли до нашего дома, уже по солнцу тут вижу, то что солнце прям тут глаза в нашем райончике слепит. Ну да, это наш райончик. Он, небось, недоволен, то, что я к нему домой сходил. А чё? Он первый начал, ни хрена. Блять. Я и не насрал, конечно. Бля, реально, я так насрал сейчас, нахуй. Аж ни хрена кабанов у меня возле дома мочить. Just Hunters. Кабаняток. Блин, точно, капканы. Капканы забыли мы. Мы забыли про капканы. Они у нас находятся в зоне. Блин, побежали за капканами скорей. Нам надо их хотя бы попробовать отыскать, а то что нам на базе-то делать? Вот прикинь, забыл про капканы. Как так-то, а? Игра временами начинает зависать слегка. Давай, беги, сюда забегаем. Вот прям по этому лесу. Ой, да идите вы нахрен, кабаны. Блин, пожалуйста, скажи, что это тот дом. Бедный кабанёнок, ё-мазай. Ребра вон, он его тут сожрал. Капканов тут нет, мне просто нежелательно сюда заходить. Дальше пошли. Где отыскать мне капканы? Мне пиздец, как нужны капканы. Чтоб он к камерам не ходил. А если подойдет ему капкан письку отрежет. Правильно это как-то все. Как так-то ж тут? Нет дома. Тут где-то есть дом, я это знаю. Есть дома, только почему я их найти не могу? Целое сооружение тут. С домами есть. Так. Тут я его прошлой ночью видел, да? Он, кстати, нормальное место выбрал.
Он просто шикарное место выбрал. Тут у меня установлены камеры. Да, вот я красавчик. Почему он прошлой ночью эту камеру не снял, стоит загадкой. Блин, у нас осталось 6 минут, а я нашел болото. А мне нужно здание с капканами. Блин. Еще попробуй найди это здание. Пара-пара-пара-пам. Я думаю, что вполне здание это может где-то тут находиться. Но ведь не точно. Я нашел шаль. Блять. Вали нахуй. Фак, это не то. Кабан, сказал бы лучше, здесь местное здание с капканами. Ты тут ходишь просто так. Вот оно! Неужели я нашел? Так, ну-ка. Иди нахуй. Это все? Отлично, отлично. Жаль, что 4 минуты осталось. За 4 минуты мы должны успеть расставить все капканы, друзья. Все капканы мы должны успеть расставить за 4 минуты. За 3 минуты. Нам жопа. Что-то мне подсказывает, что мы ни хрена сейчас не успеем. Где? Где камера? Где-то тут у меня стоит камера. Я даже не пойму, где она стоит. Вот она. Инвентарь. Отлично. Пока только так. Просто капканов наставлю. Чтоб он хрен к ней подошел. 2 минуты, 2 минуты. За 2 минуты надо какой-нибудь еще успеть капкан поставить. Важной зоны надо поставить капкан. Ны. В безумно важные зоны. Вот еще 2 зоны. Которые всегда камеры ставлю. Так, так, бегом, бегом, бегом. Капканчик. Отлично. Это, я думаю, хватит ему, чтоб не подходил к моим владениям. У нас еще 3 капкана. Блин. Не туда я пошел. Блин.
Во-во-во-во-во-во, я успею, я успею. Вот сюда вот особенно, особенно вот сюда надо. Капканчик. Чтоб не лез. Так, я думаю, нормально здесь капканчик вписался. Так, у меня по карте, значит, у меня возле того дома. Тут еще у трейлера есть. Не, у трейлера нету капкана. У меня только две камеры, два капкана. Тут, потом у того дома, возле входа в его там особняк нету. И возле трейлера нет капкана. Как раз у меня осталось два капкана. Ну что, пешком пойдем до трейлера или так? Ну-ка, подождите, друзья, надо посмотреть, сколько время. Одиннадцать ноль три у нас сейчас, да? Ничего, давай. Меня тпхай. Тпхай. Ноль минус осталось. Давай его все тпхай. Да уж. Оба-на! Куда он попался-то? Блин. Какую-то камеру он точно попался. Это не какая. Так, ладно. Бросаю это дело тут смотреть. Так. Что-то у меня в этот раз вообще кишка танка. Блин, новый труп, охренеть. Интересно, он к этой камере подойдет? Где он вообще может быть? Я прекрасно знаю, где он может быть. Я в трех важных местах капканы поставил. Твою мать, здорово, мужик. Слых. Капкан-то гремели. Он пытался, вот вы слышали? Он пытался какую-то камеру сломать, но у него не получилось. Видимо, капкан его не успел поймать, но отпугнул. Капкан до хрена жизни губы у него снес. Восемь минут у нас на охоту, да? Ага.
Ужас какой. Это у меня уже предупреждение сделал то, что нехрена ко мне было соваться. Че у нас там идет? Ладно. Тут пусть не идет. Ага. Блин, мне все-таки страшно в этот телек лазить. Я просто помню свою первую серию. Как я насрал. Блин, вот что все у меня камера первая-то видит? Это у нас какая камера? Чё камера вторая видит? Блять, это ось. Он умный. Это у нас пешеходная зона, так назову. В пешеходной зоне он есть? Не, не вижу. Блин, камера первая. Почему-то у меня без капкана. Да уж. Бля. Ну-ка, ну-ка. Так, надо думать. Камерам он подходить не хочет, так, да? Не хочет подходить к камерам. Получается, мы тогда должны, если это сволочь не хочет подходить к камерам, мы должны сами к этой сволочи-то подойти. Значит так, взглянем на карту. Так. Предлагаю занять позицию на вышке и оттуда эту сволочь отстреливать. Тут у меня камеры нет, да? Ага. Он попадается на капканы-то. Он где-то вот по-любому в зоне вон, видите, зона, где, короче, две камеры вот ближние стоят. А, от точки камп. Вперед по дороге. Вот он в этой зоне где-то. Предлагаю, значит, так, либо пойдем вот к ближней самой вот моей камере, которая возле трейлера, от нее срежем путь до тропы этой великой. Займем позицию и будем его оттуда хуячить, или... Ладно, давай так, что ли, пойдем. Кабанёнок. Кабанёнок. У нас с тобой 22 минуты. Сиди тут, он тебя в клетке не тронет. Вот что тут сиди. Ты мне очень нужен, кабан.
Блин, вот вроде фонарь, а ни хрена не фонарь. Ничего не вижу. Еще раз проверим. Зону одну. Одну зону еще раз проверим. Блять, кабан, сука, так напугал сейчас. Так, ладно. Понимаешь ли? Сезам, откройся. Занять позицию на вышку. Блять! Ух, ёбаный насос. Мужик, мужик, на крышу нахуй. Тут небезопасно. Пиздец. Ребят. Я, значит, только собираюсь идти к этим ебучим мышкам, а он тут на меня уже семью нахуй свою присылает. Чё за хуйня? Больно быстро. Слушай, больно быстро мы этот шар увидели. Слишком быстро. Достану-ка я свою снайпу. Да, больно быстро все происходит, друзья мои. Не снайпать не дело, лучше с бинокля. Слишком все быстро происходит, друзья, слишком быстро. Я не ожидал то, что этой ночью я увижу. Как пролетит НЛО. Больно все быстро, не по расписанию. Если пролетело НЛО, это значит, то что Рэй где-то рядом. Я не понимаю, как можно мне было так расставить капканы, что он даже ни в один капкан не попался ни разу еще. У него даже ХП не снеслось, а я боюсь. Куда там перить? Вот теперь я точно су куда-то переть после этого НЛО. Витан, что творится? Хотя смотри.
Еще вопрос такой, что это за хрень такая пролетела, реально. У нас осталось 17 минут. А он где-то там разгуливает и ждет. Наверное, я слишком быстро пошел к нему в логово, и время само как-то перемоталось, то что... Другого варианта у меня нет. Кабан, все хорошо. Да, мне теперь проще всю целую ночь сидеть и отслеживать его с этого фургончика. Не, после того раза с НЛО я так насрал. А если подумать, смотри. Может, стоит все-таки. Большое расстояние, большое, просто громадное расстояние-то. Если уж мы туда сейчас пойдем, то оттуда и вернемся. А вряд ли даже и живыми останемся. Может, у меня есть аптечка, но... Ой. Жопа. Билдингс. Да, вот тебе билдингс, он даже ни на один капкан не захотел попасть-то. Билдингс. На, надо подумать. Ну чё? Ух. Какой красивый у меня дробаш. Пойдем, шо ли? Попытаемся. Пойдем попытаемся забраться там на вышку, с вышки отстрелять. Да. Только чур, друзья. Я-то туда пойду. Найду сейчас условия. Наушники я снимаю, если услышите мой голос. Я буду надеяться, что вы его услышите, но пока мы не дойдем до башни, вы меня не будете слышать.
Ну, точнее, будете, надеюсь, слышать, но я ничего не буду слышать. Я сейчас сниму наушники. Давайте поебашили. Так, ну что ж, все, благополучно мы сюда добрались. А в наушниках до хрена нагнетающих звуков, да. Это у нас так всегда. Так, осмотримся. Я пришел от той нашей камеры, значит. Рейк, где бы ты мог быть? Показался бы, что ли? Если у нас поблизости вышка другая. Так, вот кабан, да? Следим за кабаном. Так, с кабаном все в порядке. Что у нас с временем? Так, все нормально с временем. Ага. Я тебя слышу, пидор. Выходи. На вышке ты меня хуй достанешь. Понял? Так. Вышки. Это Красная площадь, что ли? Точнее, китайская граница. Кто идет? Идет, я даже ничего не понимаю. Давай ему, что ли, для скорости дадим. Мне нравится. О! Ой. Где-то тут ходит.
Кто у нас бегает? Я знаю, что ты где-то в этой зоне, выходи. Я стрелять хоть научился. Я его, значит, смотри, зову на шум. А он даже ни хрена не идет. Рейк, могу тебя поздравить. Я стрелять научился. Оба-на. Лось. Так. Где ближайшая постройка? Если вообще ближайшая постройка. Он оставил тут гол кабана, значит, надо его ждать тут. Так, ну-ка, подождите, у вас тут запись немножко выровнять надо все. Ой, не так выровнял. О, все. Так. Где мой бинокль? Камере он у меня хуй подойдет уже. 5 минут осталось. Может, его уже нет, может, он домой ушел. Он уже пару раз хренью помаялся. Давай на кабане проверим. Мою. О! Отлично, припугнули кабана. Ну, хары на кабанов патроны-то тратить. Так. Его тут нет. Его тут явно нет, но я даже не понимаю. Если поблизости место, куда бы я мог перебраться. Так, кабаненок. Ему, смотрите, кабаненку даже не страшно возле трупа ходить. Ожидать ли мне его в том здании? На уж, завелся зверь. 3 минуты осталось, вряд ли он еще появится. А вышки ближайшей нет, да? Нет у нас ближайшей вышки. Будем осматриваться, искать его. Палить. У нас 2 минуты осталось, давайте отсерю на вышке тут отсидим еще.
Да, я прям эксперт по выживанию какой-то. Чем мне в этой зоне? Может быть, он попытается еще раз к камере-то подбежать. Он умеет лазить по деревьям, да, насколько я помню. Он не только... на дороге сидит. Ага, кто идет? Ладно. Уже вторую ночь я не могу. Он меня не встречал. Он меня не бил, зато я встретил его сородичей, судя по всему. Чё с камерами? Заебись всё с камерами. Стоп. Новая башка у нас, так он же и тут не был. Его тут не было, я буквально рядом сидел. Смотри. Получается, сейчас следующую ночь он к моему трейлеру еще ближе подойдет, что ли? Он мне предупредительный знак уже оставит. Смотрите, это перекресток, но я так называю эту местность. Вон там, значит, путь к нашему трейлеру, он тут уже эту поставил. Я его, значит, еще хорошенько-то разозлил своими капканами-то. Я его хорошо своими капканами разозлил. Так, что можно сделать? Ладно, дорогие друзья, продолжим все это в следующей серии. А когда будет следующая серия, я понятия не имею. Поэтому всем удачи, всем пока.